Leyla Əliyeva Amurun fəaliyyəti haqqında danışdı. Görülmüş işlər haqqında məlumat verdi və gəncləri görüləcək işlərdə fəal olmağa səslədi. Дорогие друзья, сегодня я могу с уверенностью сказать, что Азербайджанская молодежная организация России достигла хороших результатов и успехов. И, конечно же, это наша общая заслуга. Если честно говоря, когда Амур только создавался, я даже не знала, насколько активная наша молодежь и насколько сильно она любит свою страну. И вот ваша инициатива, почти что каждую неделю появляется инициатива провести какое-то мероприятие в различных вузах, Дни культуры Азербайджана, семинары, праздники. Это настолько радует, это настолько всех вдохновляет. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в этом же духе, создавайте, творите. А мы, в свою очередь, будем делать все возможное для того, чтобы поддерживать вас и помогать. И хочу пожелать вам всем здоровья, счастья и много любви. Sonda Rusiyanın ali məktəblərində əlaçı olan Amur Əlaçları adını qazanmış tələbələrə Rusiya-Azərbaycan gənclər təşkilatının sədri Leyla Əliyeva diplom verdi.